Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить кошку лазить в цветочные горшки. Ваша кошка обожает комнатные растения до такой степени, что не может спокойно пройти мимо них. Вы постоянно переживаете за состояние своих цветов в доме, потому что ваш мяукающий друг то и дело наносит им вред. Значит, этот ролик вам точно будет полезен. Итак, представляем вам 5 советов, как отучить кошку лазить в цветочные горшки. Если кошка грызет листья растений, то, скорее всего, она испытывает проблемы с питанием. Возможно, с помощью цветов ваш питомец пытается восполнить недостаток необходимых ему полезных элементов. Попробуйте пересмотреть рацион вашего мяукающего друга. Разнообразьте его витаминными и минеральными добавками. Не лишним будет и приобретение специальной травы для кошек в зоомагазине. Иногда кошка интересуется цветочными горшками, потому что ищет удобное место для похода в туалет. Часто питомцы выбирают в качестве лотка цветочный горшок, потому что им не нравится наполнитель в собственном лотке или расположение, форма последнего. Попробуйте поменять наполнитель и лоток питомца. Возможно, именно это решит вашу проблему. Также не забывайте следить за чистотой и свежестью кошачьего туалета. Для кошек и то, и другое очень важно. Кошки могут залезать в цветочные горшки для привлечения внимания хозяина. Постарайтесь проводить больше времени со своим любимцем. Играйте, общайтесь с ним, почаще радуйте его лакомствами и новыми игрушками. Попробуйте отучить кошку залазить в цветочные горшки с помощью специальных отпугивающих средств. Приобретите их в зоомагазине, нанесите небольшое количество на поверхность почвы. Также в качестве таких средств можно использовать эфирные масла цитрусовых, гвоздики и ментола. Самый действенный метод отучить питомца залазить в цветочные горшки – изолировать растения от кошки. Например, можно переставить их повыше в недоступное для животного место. Также можно убрать растения в отдельную комнату, к которой у кошки не будет доступа. Теперь вы знаете, как отучить кошку лазить в цветочные горшки. Следуйте перечисленным советам, и пусть ваш питомец никогда больше не наносит вред вашим комнатным растениям. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!